Истории про любимый город и его особенные места рассказали артисты Хабаровского театра юного зрителя в новой музыкальной постановке. В основе спектакля «В городе Ха» или «Где угодно» лежат каверы и известные всем песни, которые связаны между собой драматургическим текстом. Анастасия Привецкая с подробностями. На сцене тюза атмосфера городской жизни. Автобусная остановка, лавочка, уличные музыканты и кафе. Все артисты, жители, у которых есть истории, связанные с каким-то значимым для них местом. Будь то улица, парк, микрорайон или мост. Я увидел картинку на 5000-й купюре и узнал ее. Тот самый вид. Наше место из детства – это та самая точка, откуда была сделана фотография, которую знают в каждом городе. Все истории проходят красной нитью через весь спектакль и связывают между собой популярные песни про любимый город. Их тоже исполняют артисты. На подготовку музыкальной постановки «В городе Ха» или «Где угодно» ушло 2 месяца. Самое сложное для постановщиков было встроиться в театральный график и отрепетировать каждую песню индивидуально. Приходится убеждать, что нам нужно много репетиций, так же, как и на постановку спектакля, что нам нужно, что объем работы точно такой же, как и на спектаклях. Мы занимаемся, решаем какие-то технические задачи, потому что песни, они предусматривают, определенную вокальную технику, определенный звук, и мы стараемся его добиваться. В спектакле заняты 14 актеров театра и культовая группа «Город Ха». Подошел стиль музыки и название коллектива к названию постановки. На инструментах играют и сами артисты тюза. За последние годы на сцене тюза поставили несколько так называемых квартирников с авторскими и не только песнями, стихами, объединенными общей тематикой. По мнению режиссера спектакля, такие работы нравятся зрителям, а главное, идут артистам на пользу. Во-первых, они поют, а они любят петь, хотя мы не музыкальный театр. Это возможность чему-то еще научиться, научиться петь тем, кто не умел петь, допустим, Есть и такие люди, которые мало пели в своей жизни. Премьерный показ музыкального спектакля «В городе Ха» или «Где угодно» сыграют повторно. Он пройдет на большой сцене тюза 6 мая. Анастасия Привецкая, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния».